Всем привет! Ну что, наконец-то обновили нашу версию. Русский Android появилась у нас обнова. Сегодня сделаю небольшой обзорчик. Да, я знаю позже, но я не люблю делать обзоры на других серваках. Привык всегда делать обзоры на своем родном. Так, ну что, вроде обнова прошла успешно. Посмотрим, чем она нас сегодня порадует. Первое, что у нас есть, чего я начну, это судьба. У нас добавили новый остров, где у нас есть вот такие вот герои. Друид очень нам поможет для архидемона, его придется прокачивать полностью на 12-й. Фрея, новый герой, который недавно вышел. Имба, который еще можно будет усилить. Стрелок. Дерево и фея. Давайте посмотрим, что у них поменялось. Так, чтобы никого не пропустить. Стрелок. Вот стрелка получается на 11-м уже плюс одна цель. То есть он будет бить уже две цели своего скилла. Это уже круто. Так, а тут что, у нас ничего не меняется. Да, ничего не меняется. На 12-м у него растет урон плюс 60%. Ну, в принципе, все. Также увеличивается снижение получаемого лечения на 100%. На 11-м на 0,2%. На 12 на 0,4. В принципе, вот и все. Ну, как бы так, не особо. Ну, в PvP-локациях, в принципе, думаю, зайдет. Так, ну, можно прокачать даже на 11, не заморачиваться на 12. Так, дальше. Дерево. Дерево. Уже резать будет 6 героев на 11-м. Снижает получаемый урон 7. Ну, неплохо. А тут получается на 60%, тут на 50. На 11-м добавляется одна цель, на 12-м добавляется еще процентуальная на 10%. Тоже неплохо, можно 11 делать, этого хватит. Так, фея плюс одна цель, немножко урон вырастает, откат, кулдаун меньше встает, лечит на 20% больше. Тут у нас меняется лечение и урон, можно 11 качать, тоже этого хватит. Так, новый герой. Друид. Добавляется одна цель, добавляется урон, увеличение атаки. Еще плюс одна цель. Ну, друида надо качать для архидемона на максимум. Так, кто там у нас еще? Дриада. Ну, добавляется просто урон и увеличение комы. В принципе, все. Так, давайте сразу посмотрим на нового героя нашего, пока мы здесь. Так. Где же ты? Видите, осколков ее нету, и она у нас теряется. Вот такой у нас будет герой. Назвали его Седна. Наносит урон равный 420% от атаки, 5 случайных вражеских целей, также оживляет 3 дружеских героя, 100% здоровья, кулдаун 3 секунды, каждый герой, только один раз за бой, увеличивает атаку, уменьшает урон, прохождение урона на 60% здоровья героя, лечит на 600, ну в принципе дополнительные как
Buffer, не знаю, как дерево. Посмотрим. Постараемся сегодня его выбить и потестировать. Не знаю, ничего не могу пока сказать, пока не потестирую сам. Так, хорошо. Что у нас добавилось еще? Самое основное в этой обнове, это у нас добавился новый режим. Вот он, называется «Пустынные руины», где вы можете создать, присоединиться к команде, создать свой режим на двоих. Вот такие вот тут награды, я более потом подробно засниму этот режим, что и как в нем работает, будем проходить. Можно проходить сколько хочешь раз, только там лимитированные призы и сундуки. Также добавили нам новую магию для этого режима. Восстановление жизни 10%. Скорость атаки, скорость движения, увеличение атаки, пробуждение. Тоже неплохой вроде такой. Было бы круто, если бы такая магия была. Продолжительный урон 10%, время действия 5%. И зыбучий песок, снижение атаки на 30%. Тоже в принципе неплохо. Вы можете сюда взять 10 героев. И одно заклинание. В каждом раунде 5 уровней, на каждом фиксированное количество противников, построение в случайных локациях. Планируете атаку пустынные без какого-либо лимита. То есть можно фармить хоть целый день. Также вы можете получить вот элитный сундук до 5 раз в день и обычный сундук. Можно только обычные сундуки получать. В принципе, это неплохо. В обычных сундуках книжечки, то есть у нас отпадет проблема уже с значками почета. Все награды поступают на почтовый ящик. Ну, это тоже мы, в принципе, рассмотрим попозже. Так, что у нас еще за изменения есть? У нас добавилось два образа. Которые мы сегодня один посмотрим. Это одержимый. Вот такой он дает 400 атаки и 10 тысяч жизней. Смотрится, скажем так, очень круто. Не знаю, мне нравится. Посмотрим, как он в действии смотрится. И у нас добавился на Некроса облик. Вот такой вот облик. Восставший 50 тысяч жизней и 250 крит удар. Ну, круто. Ничего не скажешь. Подтестим, посмотрим. Надеюсь, анимацию они тоже сделали. Также у нас добавились новые таланты. Буду выбивать их, покажу. Таланты пока непонятно, но, скорее всего, придется менять бога войны, потому что они более будут универсальны. Они дают атаку и уклонение, и атаку, и крит урон. Это очень круто. Получше будет, чем сила. Так. Также у нас есть возможность смены чар на наших героях. Поменять. Вы имеете выбор. То есть выберите предмет. Вы выбираете коробки. То есть как хотите, за самоцветы, за карты. Это в принципе удобно. Это хорошо. Тоже плюс. То же самое у нас. Случайно убрал. Чарами поменять, выберите предмет, вы выбираете, какими вы хотите менять. Тоже удобно, давно это уже надо было сделать. Ну, самое основное, что меня задрачивало, это вот это. Теперь мы имеем возможность делать выбор, и у нас будет только один гоблин бегать, то есть у нас не будет куча раздражающих этих восклицательных знаков. Вы себе зашли, нажали, поставили. То есть это тоже удобно. Так, в принципе, все. Добавили еще у нас волну. Я уже тут потрешивал. Честно говоря, легенькая волна. Ничего в ней сложного нету. Засниму вам на видос ее. Также у нас добавили новую турнирку. Это 20-я. Тоже заснимем его, покажу, какие там герои есть, что есть. В принципе, так все. Думаю, обновогодная. Посмотрим,
как новый режим нас порадует. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду сегодня снимать вам видосы, целый день постараюсь. Всем пока!